Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Алексей, снова мы на Golem Factory. В прошлой серии тут много чего пооткрывали. Я с того времени практически ничего не делал, потому что тут что ни делай, все интересно. Так что сегодня у нас задача, во-первых, перенести ферму дерева в наш новый павильон. Будем его так называть, павильон. Вот сюда. Также нам нужно организовать ферму тыкв, потому что там есть такой квест на тыквы. Так, где-то тут я его видел. Special request вот этот. Да, нам нужно насобирать 200 тыкв. Вот, да еще и лампадки, короче говоря, из этих тыкв. Так, значит, что мне нужно? Значит, надо отсюда все саженцы убрать, чтобы новые не росли. Так, забрать саженцы отсюда, чтобы он их не подкидывал мне. Так, а ну-ка. Это все мы убираем. И здесь у нас, наверное, будет ферма пшеницы. Чисто по пшенице будет, да. Так, ну и, соответственно, отсюда нужно будет убрать лесоруба. Блин, он будет успевать сажать. Так, надо его разобрать, этого мотальщика. Где он? Это ты носишь саженцы? Нет, не ты. А кто? Кто из вас носит саженцы? Неужто ты? Так, что-то кто-то застрял у нас, по-моему. Эй. Так, сейчас. Да, вот он. Вот он, тот, кто носит саженцы. Так, причем сейчас я его, наверное, с шифтом. Спасибо за комментарий, кстати, как разобрать голема вместе с ядром. Ну, точнее говоря, чтобы ядро разобралось тоже. Написали с шифтом, оказывается, щелкаешь на него, он разбирается и выпадает ядро. Так что, в общем-то, вот такая у нас красота теперь. Так, теперь, значит, здесь все делаем под пшеницу. Так, единственное, что здесь бы еще неплохо поставить удобрялку. Так, и вот этот товарищ, который собирает, его бы тоже куда-нибудь так поставить, чтобы он... да, сейчас мы подумаем. Наверное, где-то это будет в середине, так, чтобы ему не ставить апгрейд на рейндж, ну, то есть на увеличение площади, которую он будет обслуживать. Как-то вот нужно придумать сейчас это дело. Так, вот получается, смотрите, тот, кто собирает, это же вот этот собирает, он не видит вот эту пшеницу почему-то. Короче, надо как-то его поближе к ней, что ли, поставить. В общем, есть у меня одна задумочка, сейчас мы пойдем возьмем денежки и купим кое-что. Кстати, я у себя нашел в сундуке, где-то мне в какой-то сумке давали... оно мне, по-моему, там в машине лежит. Ну, короче, удобрение уже давали, готовое. Так, значит, сейчас мы возьмем немного денег. Так, и попробуем чего-нибудь купить. Значит, нам, во-первых, понадобится в магазине купить... Сейчас посмотрим, что. Вот такую вот фотон спринклер. Сколько она стоит? 400 аж. Аж 400. 400 это много. А мне их надо как бы две. Ну, что делать? Покупаем. Ух ты, блин, даже денег не хватило на нее, надо же. Так, ладно, возьмем еще. Блин, не хватает. 240. Это мне еще, ну, примерно вот столько. Так, забираем. Две лампы. Теперь еще одну удобрялку нужно купить. Не удобрялку, а вот эту эссенцию. Она стоит 100 всего. В принципе, вроде как недорого, но все же. Так, возьмем еще денег. Блин, что, не хватило? 96. Как так? Ля, я все деньги почти потратил. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, удобрялку одну возьмем. И у меня там еще одна, по-моему, есть удобрялка. Сейчас мы ее попробуем найти. Ну, в смысле, не удобрялка, а эссенция с удобрением. Так, по-моему, где-то тут лежала. Вот банка, она мне досталась как-то по наследству, короче говоря. В общем, в какой-то из сумок. Так, и, наверное, мы этот лантерн поставим посерединке, чтобы он, а банку поставим сбоку. То есть, например, как-нибудь вот так, а банку куда-нибудь вот сюда. Вот, она будет тут выращивать. Так, а вот этого товарища нужно, может быть, как-нибудь прямо на центр поставить.
Так, Harvester, да, вот он. А ну-ка, если мы прямо на эту лампу его поставим. Во. Теперь он достает до туда. Во, отлично, молодец. Так. И залазит на лампу. Вот, он в самом центре стоит, получается, все видит. Молодец. Так, теперь надо настроить еще одного товарища. Так, который будет сажать нам саженцы. Так, нужно ему добавить еще место. Так, вот тут можно, наверное, тоже вспахать. Так, вот тут все засаживай, вот тут тоже все засаживай. Ой, блин. Я с него сбился, где ты? Так, вот это он, да? Так. Так, тут что-то у нас даже не вспахано. Я не знаю, надо ли именно так это все делать. Ну, в смысле, назначать места. Но я по-другому не знаю. По-другому, если там указываешь на свободном месте, он что-то не хочет сажать. Ну, в смысле, везде. Поэтому, ну, укажем все. Укажем все. И везде пускай сажает. Или садит, правильно сказать. Так. Так, ух ты, вот тут у лампы появилась какая-то трубка. Наверное, сразу от нее сюда подходит. Ну, замечательно, замечательно. Так, и она, по идее, должна давать эффект именно роста. В общем, пускай она занимается этим. Так, значит, все остальные. Ага, мне нужен еще вот этот дровосек. Дровосек, дровосек, иди сюда. Опа. Есть дровосек. И мы пойдем заниматься фермой дерева. Так, что мне еще для фермы дерева понадобится? Мне понадобится купить воду. Ну, для дерева-то не обязательно воду, а вообще-то надо. Вообще-то надо. Так, я сейчас боюсь, что я сейчас все деньги, правда, потрачу, и у меня вообще не останется даже на металл. Так, ну, на металл поди хватит. Так. Вода там просто у них дорогая почему-то. Так, вода. Тут сразу бочка воды. Зачем мне бочка воды? Мне бы два ведра и хватило бы. Так, вода есть. Вода есть. Ведро. Ведро. Ведро нужно купить. Так, я, наверное, сразу возьму, какие у меня тут есть големы. Будем выбирать, какой из них круче. И, наверное, возьму все апгрейды, какие у меня есть. Потому что там придется настраивать много чего. Так, значит. А, еще тыквы, 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 тыквы. Где-то у меня тут лежали тыквы уже. Тыквы, семена, конечно, можно купить. Но я в сумках получал эти самые тыквы. Вот, поэтому чего я буду их покупать, если я сейчас тыквы разберу, и у меня получатся семена. Там, я думаю, по квесту не запрещено это все делать. Так, еще мне понадобились бы сундучки какие-нибудь. Так, сундучков у меня, слава богу, хоть завались. Так, вот тебе сундучок. Еще где-то там у меня сундуки были тоже, по-моему. Так, ну еще три возьмем на всякий случай. А, еще мне нужно будет ведро. А ведро у меня железо. Так, вот железо есть. У меня железо кончилось. Так, и вот еще два, да? Надо пожарить. Надо пожарить. Так, ребят, мне нужно срочненько пожарить железку. Никто не забирает. Какой ты шустрый. Так, хватит, забрал, все, молодец. Так, сегодня техникой, наверное, не будем заниматься. Ну, не сегодня, а в смысле вот пока что. Сейчас я хочу ферму настроить, потому что на дереве можно тоже, в принципе, неплохо зарабатывать. Так, где у меня железо? Вот железо. Все, теперь у меня есть еще и ведро. И мы сейчас начнем тут развивать все остальное. Так, поставим наши сундучки куда-нибудь вот сюда. Так, причем я хочу поставить как-нибудь вот так их на каком-то расстоянии, так, чтобы, если что, потом сортировку можно было настроить. Так, вот, допустим, вот в этом сундуке у нас будут лежать саженцы. И сюда же будут приносить все остальное. Ну да, ну да. Так, теперь по тыквам. По тыквам. Сколько у нас тут получится? 12 семян. Так, надо как-нибудь настроить, как оно все пойдет. Ну, допустим, вот здесь будут расти тыквы, сюда они будут вырастать. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вот здесь должна быть вода. Так, где у нас бочка с водой? Поставим ее куда-нибудь вот сюда. Так, воды набрали. И раз, два, три, четыре.
Раз, два, три, четыре. Вот здесь еще одна вода должна быть. Да. Ну, если уж большую делать. Я, правда, вот не знаю, будут ли потом заказы на тыквы. Я сейчас их насажу, а их потом не будет. Это будет, конечно, не очень хорошо. Так, вот тут у нас, значит, будут расти тыквочки. Так, можно аж... Раз, два, три, четыре. Вот аж до сюда. Так, и вот тут у нас будут тоже расти тыквочки. Так, вот тут не надо. Есть. Так, и вот до сюда. Ну, короче, вот такая вот плантация. Не знаю, прям понадобится ли мне столько. Ну и потом посмотрим. Если нет, переделаем. Переделаем в какую-нибудь другую ферму, да и все. Так, есть. И сюда, наверное, поставим тоже еще один лантерн. Поставим его как-нибудь. Мы, наверное, поставим сюда опять же банку. Вот сюда поставим эту удобрялку. Вот, и пускай она удобряет. Вон, видите, тыквы начали уже расти. Прекрасно, прекрасно. Так, теперь что у нас тут есть? У нас есть голем, который заполняет. Я его сейчас пока разбирать не буду. Так, мне нужен голем, который будет садить. Вот этот флеш-голем. Так, а кто у нас тут еще есть? Чоп. О, у нас есть дровосек, да? Дровосек, он, конечно, молодец. Так, страу, голем. Так, есть таумим, голем. Так, надо посмотреть, кто из них там круче. Например, флеш или таум. Таум, по-моему, круче, но он, правда, медленный. Так, ну ему же апгрейд можно поставить. Так, это я не ту книжку открыл, вот эту я хотел открыть. Так, големы. Големы. Ну, судя по развитию, Таумом он самый крутой. Гляньте, он, во-первых, носит 32 сразу. Единственное, что скорость низкая. Self-repair не надо мне. Два апгрейда ему. Можно ему поставить апгрейд на скорость. Короче говоря, тут сейчас, я так думаю, начнется, если я большую ферму посажу, дерева будет очень много. И надо, чтобы кто-то быстро это все таскал. Вот этот товарищ, наверное, будет все-таки у меня таскать. Да. Так, таскать, то есть это на подбор нужно будет. Так, денег у меня не знаю, сколько хватит, не хватит. Значит, мне нужно вот этот, который подбирает. Да, который подбирает. Сколько? 50 монет. Нормально. Купили. Так, подбирать ты будешь у нас вот все в этот центральный сундук. Так. Есть. Ставим тебе это ядро. Уже пошел что-то подбирать. А, землю. Ну, спасибо. Так, единственное, что тебе бы скорость побольше бы дать. Так, вот, Air это спид у нас, так что на тебе скорость. Будешь мотаться побыстрее все-таки. Так, дальше, значит, тыквы у нас еще пойдут вот на эту сторону, а вот с этой грядки у нас, получается, можно ставить деревья. Да, для этого мне нужно тот, кто будет садить деревья, это нужно вот, вот с таким ядром. По-моему. Нет, не с таким ядром. Страу голем, флеш голем. Так, вот эти хорошие големы, их бы не трогать. А вот этот чоп, это у нас дровосек. Дровосек пускай стоит. Дровосек будет у нас стоять где-нибудь вот тут. Так, все, стой тут. Будешь у нас скоро рубить деревья. Так, а вот тот, кто будет садить деревья, это нужно делать. А, страу голем, это, по-моему, соломенный голем. Я же его разобрал. Так, он у нас будет брать вот отсюда саженцы. Так. Взял, молодец. Так, и ему нужно назначить, где их садить. Садить ты у нас будешь вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Так, ну, например, вот до сюда. И как-нибудь вот так. Значит, это вообще-то, как ни крути, но большая грядка. Ну, в принципе, можно еще один ряд сделать. Дело в том, что не хотелось бы, чтобы они тут заросли вообще этими самыми деревьями, и потом некому было их рубить. Так, значит, дровосек у нас стоит. Это же дровосек. Дровосек. Подбиратель у нас есть. Ну, в принципе, все работает.
Так, и я хочу еще сделать, чтобы, например, кто-то у меня дерево отделял от этого самого. Да, вот это было бы весьма удачно. Так, по деревьям надо сначала взять дерево. Значит, у нас теперь тут, получается, дерева не будет. Так. Саженцев тут тоже не будет, яблок тут тоже не будет. Так, мы сейчас, наверное, дерево и яблоки будем в отдельный сундук, чтобы складывались они. Так, значит, есть у нас вот такой заполнятель, да, получается. Значит, ты у нас будешь заполнять вот этот сундук. Так. Заполняй. Заполнять ты у нас будешь его деревом. Вон ту кипхе мастер. Так, деревом и яблоками. Так. Любое количество. Так, вот тебе деревья и яблоки. А, и тебе нужно показать, откуда заполнять, да? Так, ну вот отсюда. Так, хорошо. Все, у нас тут будет копиться только деревья и яблоки. Вот, а тут саженцы, наверное, будут копиться. Также здесь будут копиться тыквы, которые вырастут. Ага, вот теперь мне нужно харвестер, да? Флеш-голем мы на него тратить не будем. Придется покупать еще одного. Ну а что делать? Так, я же так понимаю, у меня там големы уже кончились, да? Всяческие. Ну, видимо, да. Так, поэтому опять придется брать денег. А, ну хотя денег, ну, почти у меня деньги есть. Блин, осталось совсем мало. Надо хоть на железо оставить, а то я потом останусь без ничего, так скажем. Так, покупаем. Значит, покупим мы голема, опять же, соломенного, который что нам должен делать? Собирать урожай, да? Так, ну флеш-голема на урожай ставить, я так думаю. Чем он там хорош, этот флеш-голем, кстати? Так, это не тут смотреть, вот тут. Так, это клай. Вот он, флеш-голем. 4 он может таскать. Его бы в носителе, в таскателе. Так, очень быстрый. Ну, зачем мне такой голем? То есть его нужно именно на таскание. На таскание, поэтому купим мы сейчас обычного голема. Так, шоп. Вот такой голем. 20 он всего стоит. Отличненько. Так, и купим харвестер, да, получается, харвест. Так, за 100. Не хватило чуть-чуть. Блин, в натуре денег не хватает. Ужас. Так, забираем харвест. Все, и ставим его на тыквы. Я так думаю, будет все у него хорошо. Его бы тоже поставить где-нибудь посерединке бы, так чтобы он понимал, что ему нужно делать. Так, сейчас мы его поставим на вот эту банку прямо. Так, дадим ему этот апгрейд и посмотрим, докуда он будет доставать. Так, а что ты залез? Вон еще тыква. Все, уже не достаешь? Так, тут достает. Ну, ему надо подумать, просто постоять. Так, ну вроде бы достает до туда, да? Значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Так, а этот таскатель у нас, да? Он может сразу много таскать, поэтому я его и нанял. Медленно таскает, но зато много тащит сразу. Так, хорошо. Так, тут тыквы у нас появились. Тыквы, в принципе, можно тоже куда-нибудь откидывать. Это нужно еще одного тогда голема на сортировку поставить. Ну ладно, это будет потом, когда будет уже слишком много их. Так, а мы сейчас пока что засадим тут все остальное тыквами. Ага, все, кончились тыквы. Нет, еще одна есть. Так. Есть. Ну все, до туда он может просто, скорее всего, и не достать. Может быть, придется отдельного голема на него ставить. А может и достанет. Сейчас проверим. Тут еще одна тыква появилась просто. Так, вот до сюда. Ну давайте вот так. Да. Ну-ка, сруби-ка. Че я должен это самое? Пускай уже везде растет. Так. Ладно, засадим все тыквами, короче говоря.
Вот, а потом будут другие заказы, тогда уже и разберемся. Так, вот это я уже, по-моему, лишнее семян сделал. Ну ладно, разберемся. 6 лишних семян. Ничего страшного. Так, тут у нас выросло. Единственное, что вот эта лампа, наверное, не будет до туда доставать. Вот, вот до сюда. По-моему, она как бы и не достает. Но для этого вот тут поставить тоже можно, чтобы оно тоже росло. Ладно, пускай растет как может. С этой фермой пока у меня все. Вы видите, сколько уже дерева наросло. Дровосек просто не успевает рубить даже, получается. Где он, кстати? Он вообще чем-нибудь занят? Да, вроде да. Вроде рубит. Дело в том, что здесь, когда вырастают вот такие деревья, это все капец. Так, а что мы стоим? А, тебе садить надо, тебе садить некуда. Так. Это что-то мотается, что-то это самое. Он, наверное, видит вот там сверху что-нибудь нападало. Понятно. А ты что стоишь, не рубишь тыквы? Так, все, я не могу на это смотреть. Пускай занимаются сами этими делами. Так, а мне нужно поднимать денежки. Ну, чтобы их было больше, потому что мы купить скоро ничего не сможем. Так, значит, что-то я хотел. А, я хотел выложить свои ордера вот эти. Так. Зачем вот этот апгрейд? Нужен ли он мне или нет? Так, вот, на рейндж можно поставить апгрейд, и на скорость можно поставить апгрейд. Ну, там, я вот думаю, тот, кто рубит деревья, он, по-моему, скорость ему не нужна. Хотя, может быть, и нужна. Вот у меня таскатель что-то это заблудился, походу. Реально, гляньте. Он не может достать то, что он там себе придумал. Вот. А дровосек не успевает рубить. Я так понимаю. Просто не успевает рубить деревья. Но это все из-за вот этой банки на самом деле. Это она тут выращивает деревья в таких объемах. Вот. А этот таскатель, блин... О, что-то подобрал. Подобрал, вот ему просто нужно дерево схватить. Вот он его нашел, а оно все, собака наверху. Представляете? Поэтому он не может подобраться. Так, ну я же не буду стоять ему помогать, правда? Но так хочется человеку помочь. Ну, то есть, не человеку, конечно, голему, но все же. Так, тут тыквы тоже производятся. Кстати, сколько у нас тут уже всего? Так, деревья, кстати, можно сразу забрать... Забрать, забрать. Так, саженцы на тебе еще тогда. 40 деревьев. Так, и дерево можно перерабатывать вот эти чипсы, из которых потом можно сделать бумагу. Так что вот этим, ребят, тут занимайтесь. Тут у меня уже в сундуке немножко накопилось. Отлично. Отлично. Так, и тыквы пускай тоже собираются. Так, тыквы у меня собираются где? Вот в этом, в центральном сундуке. Ну и пускай. Мне их нужно что-то около 100 там или 200. Я думаю, они здесь поместятся все. Можно еще, конечно, одного голема поставить для сортировки. Так, вот тут мне тоже, конечно, нужно настроить как-то, чтобы все сортировалось. Значит, во-первых, мне нужно срочно купить железо. Это однозначно, потому что железо вообще ноль. Так, оно, слава богу, недорого стоит. Сейчас пару стаков купим, а то и 3. Вот, и закинем вот сюда, пускай оно здесь жарится. Тык-тык-тык. Не жарится, точнее говоря, а дробится. Так, тут пусто вроде бы. Так, и вот это железо, в принципе, можно сразу жарить. Сразу жарить можно его. Так, он-то его складывает сюда, но мог бы таскать сразу и в печку. Ну, а почему нет? Почему нет? Так, что у нас там с печкой? Так, тут, кстати, у нас большой сундук стоит, это хорошо. А, это у нас потому что деревянный, еще те. Печку надо, наверное, еще одну купить. Так что давай-ка, дружок, наверное, ты, который в этот сундук все прячет, будешь прятать сразу, ну, не прятать, точнее говоря, а сразу относить вот сюда. Ты же достанешь, надеюсь. Надеюсь, достанет. Вот, а вы сразу жарьте тогда. Вот, прекрасно. Прекрасно. Так, то есть у нас вот эта печка будет тогда полностью для сплавов. Ну, не для сплавов, точнее говоря, а для всяких вот этих вот штук. Так, единственное, что здесь могут быть проблемы с побочными продуктами. То есть, например, если что-то хорошее, он сразу в печку отнесет.
это будет не очень хорошо. Да, все-таки нужно сортировать. Нужно все-таки сортировать. Ну ладно, пускай железом там занимаются. Мы посмотрим, что у нас там за квесты подошли и можем ли мы их сделать. Так, задание. Вот, пожалуйста, можно на железо уже сдавать. Так, на шестерни нам скоро. А, можно уже, да, сдавать? У меня, по-моему, шестерни есть, так что мы сейчас на них немножечко поднимемся. Так, 20 и 20. Так, шестерни сдаем. Сундук получаем. Спасибо. Так, по бумаге. По бумаге. 350 бумаги. Это скрафтить просто нужно. А, на сундуки тоже есть квест. На 100 сундуков. Клево. 100 сундуков это 200 дерева, считай. Или просто 200 дерева можно сдать. Так, вот пшеницы 200. У меня там как дела с пшеницей? Она же должна, по идее, очень круто расти. Так, ну тут вроде бы все хорошо выглядит. Выглядит солидно. Так, сейчас мы посчитаем, сколько у меня ее всего. Так, 120 плюс 23. Блин, мало. Мало, мало, мало. Ну ладно, что нам в сумке дали? Iron Golem опять же. Блин, зачем Iron Golem нужны? То есть они неспроста даются, если честно. Они, если честно, неспроста. Так, вот Snow Golem, я понимаю, зачем он нужен. Это для фермы снега. А вот для чего эти, непонятно. Так, ладненько. Ордера сюда. Так, деньги пока тоже сюда. И у нас в этом сундуке, наверное, тоже деньги, да? Мало только. Так, есть. 300. Очень мало. Очень мало, очень мало. Так, ну у нас там ферма дерева работает, причем интенсивно. Это хорошо, конечно. Мы на ней можем немножечко тоже подняться сейчас. Так, я так думаю, что когда закончится вот это удобрение, все пойдет немножечко иначе. Не будет такого ажиотажа тут с деревьями и так далее. Вот, и тогда можно будет ферму увеличить немножко. Да, ее можно, в принципе, и сейчас, конечно, увеличить. Так, дерево уже вот сколько есть. Так, что у нас тут с тыквами? 28, мало. Мало-мало. Так, надо, наверное, этот сундук тоже сюда поставить. Это у нас пойдет место для всякого потом склада. Так. Ну что ж, хорошо, ладно, занимайтесь, ребята, занимайтесь. Так, деревья, деревья. Сейчас мы по бумаге можем сдать квест. Так, потому что здесь однозначно уже больше, чем нужно. Так, и еще сюда подкинем дерево. Так, хотя можно было бы на сундуки потратить, ну ладно. Так, посмотрим, сколько мы бумаги сделаем. Может быть, и этот квест тоже сдадим. Так, это все надо делать, конечно, не тут. Ну, раз уж ты схватился уже. Так, взялся за куш, знаете... Ай, не так, не так, не так. Так, так, и вот так, во. В автоматическом верстаке это надо было делать. Так, хорошо, хорошо. Значит, квест по бумаге. Дело в том, что по бумаге очень хороший квест. Его сдавать можно сразу и много. Ну, то есть, вот один сдал, и можно сдавать сразу еще один. Так, 350... Господи, 350 это получается 5 стаков получается. Нет, подождите, 320 это 5 стаков бумаги. Так, да. Еще 30 бумаги нужно. То есть еще чуть-чуть. Ну вот 30, собственно. Так, 30 есть. Даже 40. Дело в том, что лишнее это тут сдавать не надо. Так, значит, ну 640 на 2, это 320, 320 плюс 30. Все правильно. Так, тогда выбираем этот квест. Так, ставим сюда. И сюда закидываем 350 бумаги. Все, поэтому сдадим скоро. Так, по пшенице нужно 200, у меня еще нету, это мы делали. Так, вот что нужно, в принципе, делать. Redstone Flux Capacitor, 20 штук.
Так, хорошо. Сейчас мы посмотрим, что мы там можем наделать. Так, а мне нужно будет что? Много редстоуна, да? Так и знаю, вот это у меня все, в принципе, тут есть. Ой, у меня вот руда еще не пережаренная. Ай-яй-яй. Так, а что у нас из копера получается, кстати? Из побочных. Золото. Золото, в принципе, тоже можно направлять сразу на переплавку. Так что медь, я думаю, можно отправить. Так, феррусор, там из нее платина может получиться. Ее тоже можно сразу на переплавку. Так, а из олова, получается побочным продуктом железо. Да, в принципе, весь этот набор можно ставить на переплавку. Ну, точнее говоря, на дробилку, а потом сразу и на переплавку. Так что все, занимайтесь, ребят. Так, тут у нас уже не должно быть, по идее, ничего. Так, откуда это он взял? А, это он взял отсюда, все правильно. Так, это тоже отправляем. Плавится. Единственное, что у меня вот печка всего одна. Надо печку, наверное, тоже купить. Так, как у нас тут дела? У нас тут дела заполняется все, да? Понятно. Так, что у нас там с квестом? Забираем награду. Так, и займемся, наверное, следующим. Так, а следующим заняться у нас уже не получится, потому что у нас время уже серии подошло к концу. Так, что у нас тут? О, на бумаге хорошо, хороший подъем, оказывается. Так что бумагой нужно заниматься, да. То есть вот это дерево, которое мы тут собираем, я так думаю, что отсюда еще нужно одного голема поставить, который будет дерево таскать и сразу собирать чипсы. Вот. А еще один голем должен мне сразу собирать из этих чипсов бумагу. Вот это было бы уже хорошее производство, да. Так, и вот, кстати, здесь же получается уже настроено, да? То есть, если я сейчас бумагу положу, он уже как бумагу ее примет. Да, хорошее дело. Ну ладно, это мы все будем делать в следующей серии. На этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Тыквы мы, конечно, не накопили. 47 всего. Мне надо около 200. Но на этом все. Всем пока.